Папа колдует. Это магия. Скоро будет монтировать. Это магия. Скоро будем делать кино. Кино. Все там видно, я снимаю. Да? Б. У меня начало, причем начало уже готово, смотри. Когда? Ну, давай, посмотрим, смотри. Начало. Вот и начало все, да? Ух ты! Настал тот день. На часах 29 июля, 5:30 утра. Мы с Илюхой направляемся в гараж за машиной. Для чего? Куда? Геленджик. Но на самом деле сначала мы поедем в Ростов. Там переночуем. А потом уже в Абрау-Дюрсо, Геленджик и так далее. Вот. Яндекс.Навигатор рисует нам, что до нашего отеля можно доехать за 12 часов, при этом преодолев 1100 километров. А, проверим Яндекс.Навигатор заодно. Нет, так проверим. Я его уже проверял много раз, чего проверил. Наше путешествие начинается. Подъехали к платному участку дороги. От МКАДа до МКАДа отъехали 49,5 километров. Ну, посмотрим, что там предлагает нам наше что? Наше государство. Почем стоит у нас? Типа мы проходим. Типас не принимается. Так, легковая машина и мотоцикл, ночь с 8 утра до 7, 50 рублей. О, мы за 50 рублей успеваем проехать, а чуть позже 100 рублей. Прикольно, посмотрим сейчас. Ну,
оплатили мы проезд, дали нам вот такой вот цветочек. Мы попали на платный участок. Едем. Дороги 107 километров от Москвы преодолено. Время 6:11. Посмотрим, сколько с нас захотят взять сейчас. А чё-то как-то тут нету нифига. Расценка. Проезд оказался бесплатным. На втором платном участке с нас не взяли ничего. Счастье. Какой-то тест там у них там, не знаю. Едем дальше. Какую еду вам доставать? Миллер. Откуда? Илюша, кстати. А, понятно. Вот. Уже где-то около 200 километров отъехали от Москвы. Аленка прячется к себе от камеры. Ой, не снимайте, говорит, меня не люблю. У кого-нибудь есть ощущение, что мы уже, блин, едем в отпуск, а? Я не знаю. Ощущение, да, что мы едем в отпуск, пока еще, конечно, нету, но дорога такая хорошая, красивая, хорошая. Подъехали к еще одному платному участку. По счету он третий, но по факту получается второй. То есть наоборот. Или как? Ну, не важно. Ну, третий, в общем, платный, он второй. Да, платный, он второй. Участочек нам предлагают, будь здоров, Люк, проехать за, так, с 7 утра, чуть-чуть на халявку могли прокатиться, будь мы здесь на 10 минут пораньше. С 7 утра 60 рублей. Нормально? Чё? Так, мы купили еще одну вот такую вот бумажечку за 60 рублей. Потом в конце, в самом, когда приедем, посчитаем, сколько в итоге нам обошлась дорога платная. Ну, пока 110 рублей. Но...
Вкусно, Лёк? Вкусно. Остановились на привал. Почти, наверное, полпути где-то проехали. Сколько мы проехали? Человек 400 отъехали уже. В общем, до Воронежа километров 60 осталось. До Ростова-на-Дону еще много. Чуть-чуть перекусили. Едем дальше. Дорога хорошая. Солнце, погода шикарная. Жара. В машине кондей. Во. Чувствую какой-то подвох. Только что мы не заплатили, потому что, короче, просто дали чек, когда мы платили на предыдущем, когда мы заезжали. Вот. Что-то чувствую, я переплачиваю за дорогу. Ты так не кажется? Походу, блин. Можно было, наверное, и до этого экономить. Типа давать чеки, что ли, за выезд или что? Нет, там стояли везде. Въезжаешь на платную дорогу, платишь денежку. К следующему посту подъезжаешь, они не спрашивают чек у тебя нифига. Просто молча как бы кладешь деньги, ну, исходя из тарифной сетки, и едешь дальше. Но нам повезло один раз. Женщина очень хорошая, спросила у нас чек. Оказывается, вот тут, походу, вот такая вот система. Ехал, заплатил, выехал, отдал чек. Или показал. Вот. В общем, будьте внимательны, ребят. Подъезжаем к Ростову, осталось километров 200 с небольшим. И нас встречает вот таким вот освежающим душем. Пока мы встали, решили подождать. Да, дождь. Дождик, чтобы прошел. Заехал, зашел в магазинчик подзарядиться немножечко адреналинчиком. Еще 15 километров, все красное вообще, ужас, не знаю, может быть это пятница или что, но когда приезжие в Москве у нас говорят, что вот Москва, пробки, да как вы тут живете, блин, Ростов, жопа вообще, тут такие пробки, тут вообще невозможно ехать, блин, как вы тут живете, а? Да, будем надеяться, что это всего лишь час пик и пятница, но... говоря, я сомневаюсь, тут по одной полосе в каждую сторону, светофоры, как всегда, наши лучшие друзья, вот, да и в принципе какие-то такие дороги, непонятно, вот. Хотелось бы уже побыстрее добраться, уже спать хочется, устал уже. Вот такой вот у нас отельчик, очень уютненький, мы только приехали, чемоданы положили, вот, и сейчас идем, шашлык нам сказали, где-то вкусный есть, 5 минут ходьбы. Кушать очень хочется. Вот. Сейчас покушаем, пивка чуть-чуть выпьем, а потом снимем, как отельчик внутри, что он из себя представляет. Цивильный довольно-таки. Ну, как цивильный. За 1300 за номер покажу, потом обалдеете.